Всем привет, дорогие друзья! Ну что у нас сегодня? Дачный влог. И та-да-дам! Сегодня счастье случилось, счастье есть. В общем, по пути я вам рассказываю, у нас есть садовый питомник. Сейчас я вам вставлю вставочку, как мы туда заехали, что мы там купили, и покажу, что купили. Я вам говорила, вот этот, как это, садовый центр, Оксана говорит, здесь у нас, ну как у нас, в Андреевке он находится. Вот, и сюда я хотела заехать посмотреть, что здесь такого есть симпатичного, красивого. Меня интересует вьюны. Здесь много всего. Здравствуйте, а не подскажете, вот вьюны у вас какие есть? Только петуни, а вот виноград дикий, вот такого. Ну вот, чтобы по забору, да, пустить. Княжики. А где они такие, княжики, посмотрите на них. Княжики, сейчас покажу. Спасибо большое. А вот клубничка, видишь, или земляничка. Вот, смотрите, видите, сколько здесь саженцев, люди молодцы. Создали. О, смотри, Вань, это земляника, что ли, в горшках посажена? Извините, а это вот земляника в горшках, да, у вас? Вот это вот. А сколько такая стоит? Это доска, ягода длинная, очень душистая. На 1000. 1000 рублей это вот горш. А я хочу. Смотри, Вань, Тоскана сказали. Отсюда? Ага, спасибо. Смотри, какая прелесть. А, здесь, смотрите, муравьи внутри ползают. Вот, ладно, в общем, сейчас вот здесь вот посмотрим, что приобрести. Что-нибудь приобретем. Два раза за сезон не обрезается, не снимается, ничего не делается. Ага. Такое место просто, и это будет низ вот у них вот такой, ага. А вверху будет одеяло, просто громадное. В том году я сажала весной вот такие маленькие саженцы. Ну, сейчас можно уже, конечно, сажать. Но вот смотрите, на какую приблизительно эту глубину? Глубину не глубоко. Не глубоко вкапывать, ну, да? Сидят там такая. Вот так вот просто, чтобы сверху можно, они... Да, ну, да, просто да. Вот этот горшочек, ну, в смысле, снять, достать, да, снять, да, и вот посадить не, да, глубоко. Да. И потом вот так вот пускать все это по не сетке. Срезает, не срезается, не, ага, снимается, ничего не делается. Все, потом это вот этот ствол вот такой он и есть, деревянный. Ага. Но здесь вот одеяло цветет май весь, и потом еще весь август, сентябрь. А это однолетние? Это многолетние. Многолетние. Удобрять надо как-то? Ну, если хотите, но не, не навозом, ничем. Ага. Вот что-то так, слегка. Так, а цвет здесь какой? Так. Здесь синий принесла. Ой, синий, я очень люблю синий сейчас. Где он? Сколько он стоит? Вот этот вот 700 рублей, а вот эти по 300. Вот эти по 300, да, рублей. Значит, да? Смотрите. Не удержалась. Оксана говорит, куда? Дорого, 1000 рублей. Вот это вот стоит клубничка, какая-то длинная клубничка. Как мне сказали, сказали, что ее не пересаживать, пересаживать не надо. У нее, видите, она уже как цветет, то есть ее уже можно полить. Что рядом там летают мухи? Мухи, потому что они на даче, они тут живут. Потом купила вот эти, вот я вам вчера рассказывала про вьюнов, что хочу вьюнов. Вот это княжик. Вот один такой вот княжик большой. Посмотрите, у него какие красивые цветочки. Сейчас мы будем его вместе с вами сажать. Вот таких вот три княжика. Значит, вот этот большой 700 рублей, а вот эти вот по 300 рублей маленькие. Ну, а примула в подарок, вот эту примула, сейчас мы все это с вами посадим. Посадим. Сегодня у нас прям такой будет день посадок. В общем, показываю, что еще купила сегодня. Купила вот такой вот опрыскиватель, ороситель. Как вы думаете, для чего, кстати, продается, дешево стоит в Пятерочке? Купила соль и купила миф плюс кислоту уксусную. Значит, вот здесь мама, вот... Соль? Соль. Вот здесь, видите, дорожки. И постоянно прорастает трава. И вот с этой травой я в прошлом году прям боролась. Не знала, что делать. Она прорастает везде. Всюду, вот везде, посередине плитки. В общем, вчера в интернете, как всегда, нашла способ, как ты это все убрать. Что я сделала этой веткой? Что ты с ней сделал? Сломала вот эту вот штуку. Она была очень маленькая.
Ой, Ваня, лишь бы... Чайник вот здесь справа же стоит, в беседке. Я не знаю, как. Так, а вода? Воду надо принести. Вода тут тоже я вчера ставила. Разве нету ее здесь? Сейчас, подожди, где-то она была здесь. Или уже закончилась? Сейчас посмотрим. У нас вот здесь, вот видите, еще стратегический запас стали. Есть, есть, я сюда вчера убрала. Торговое оборудование на даче тоже может пригодиться. А вот это вот все стоит на металлолом. Там холодильник, морозильный. Ну, он, кстати, еще рабочий. Но очень-очень древний, ему 20 лет уже. Вот это все на металл. Металл откроется, поэтому все стоит, вид портит. А мы сейчас, конечно, мы из дома, но надо, конечно же, глотнуть чайку, а потом уже браться за все дела. Сегодня обещали дождь, я сомневалась, мы только выгрузили все на стол сейчас. Смотрю, Оксана бежит в беседку бегом. Пошел дождик такой, не слабенький дождик идет. Ну хорошо, сейчас как раз все прольется, земля прольется, все перенесли в беседку. Я говорю, какое счастье, когда есть крыша, да? С одной стороны... Я ж не пила сейчас. Сейчас тогда будем пережидать. Я хотела сейчас цветы поливать, так они сейчас у меня автоматически сами прольются. Я еще даже не успела их взять. Ну вот только-только я сейчас выключила эту камеру и ливанул дождь. Сейчас зато будет пахнуть свежестью. Да? Ну пока дождь, можно спеть. И чай попить. Песня начинается, Ваня говорит, о лесу. Ваня не знает уже, не из того поколения. А кофе, да? О лесу. Кофе, наверное, в доме. А я его здесь не оставляла. Я сюда принесла немного чая. Тут вот, если нет, надо здесь сделать. Здесь стоит? Небо загрустив, наклонилось. Солнце такое выглянуло. Сумерки укутав дома. Солнце? Значит, сейчас радуга будет, Вань. Значит, ты сейчас увидишь радугу. Ну, что ты водила? Наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась весна, весна, весна. Ваня, простынешь. Я здесь не буду. Сейчас будем с тобой радугу наблюдать. Оксан, как тебе здесь место для клубники? Скажите, нет, я нет. Посмотреть ягоды ты ни одной не увидишь, потому что каждый будет заходить и снимать. Ты можешь? Ну и пусть, я для всех стараюсь. Я всегда рада, когда другим хорошо. Что, идем? Идем лопату искать сейчас. Лопату искать. Так, лопа. У нас здесь, смотрите, вот это наш сарай. Чего здесь только нет. Только найти что-либо очень-очень сложно. Ну что, вот это, наверное, лопата нам подойдет. Ваня говорит, сейчас я буду. Вань, ты не сможешь даже, вот понимаешь, ее, это же очень сложно. А может, смогу? Лена, а этот телевизор мы здесь оставим или куда? Ну пусть здесь стоит, тоже можно посмотреть. Только у нас антенна наверху. Можно вот от этой антенны еще какое-то ответвление сделать. Смотришь, и красавица наша. Голову наклонял. Хороша же я, хороша. Пошли, Ваня. Здравствуйте, соседи. Так. Идем. Значит, сейчас я так потихонечку скажу. Значит, что я хочу загородить от глаз. Ну, чтобы вот так вот соседний домик не особо было видно. Поэтому сейчас яму нужно где-то выкопать. Вот здесь, Ваня, где-то нужно сейчас будет. Ваня идет у нас. Он считает, что он сейчас справится. Так, давай где-нибудь вот здесь сейчас с тобой выкопаем яму. Вот здесь копай. Где? Здесь? Вот здесь. Здесь? Сейчас Ваня думает, что он сможет. Вот здесь? Не-не-не, вот к забору близко. Надо, чтобы туда эти растения уходили. Да. А что ты думал? Просто, да? Нет. Смотри, сейчас тебе покажу. Смотришь? Вот. Вот так вот берешь на нее всем телом, наседаешь и вот таким вот образом. А, ну давай попробую. Понял? Ну давай смысл? Тогда попробую. Еще раз.
Давай тогда я попробую. Сейчас, подожди. И нужно ямку вот так вот подготовить. Вот наш цветок. Сказали, что глубоко закапывать его нельзя, только вот на эту, непосредственно на ту часть, которая есть. Вынимаем цветок из вот так вот, княжик наш. И засыпаем. Слушайте, но земля еще холодная, вот на самом деле. Я так вот по рукам-то ощущаю. Вот, сказали, что глубоко его закапывать нельзя. Я еще раз говорю, что я такой цветовод. Сейчас Антоха зайдет. Вот. Вот это все сейчас отсюда уберем. И вот таким вот образом мы его закопали. Это Алис, знаешь, как называется? Вьюн. Его вот таким вот образом пускают по... Тут не написано. По сетке, видишь, какие у него цветочки красивые. И потом он по этой сетке идет. Опять дождь пошел. И вырастает вот шапкой прям. Опять дождь пошел. Следующий этап. Посадили один цветок. Следующий этап. Полить. Следующий этап полить. Следующий этап. Дождя. Так они и сидели в беседке весь день. Весь день некой. Но зато цветок сейчас прольется, да? Цветок сейчас мама, прольется. Мама, а прикосно будет, если сейчас пройдет дождь, мы пойдем. Я не знаю, кстати, это клубники как? Клубники мама, не страшно. Мама, будет прикол, что если пройдет дождь, потом мы посадим еще один цветок, потом опять пройдет дождь. К нам первый гость прилетел. Видите, голубь белый какой к нам прилетел. Точно, он, видите, помеченный у него на лапках. Видишь, Вань, голубей их помечают, они как почтовые птички. И у него на лапках можно его покормить семечками, если он будет их есть. Во, точно я сказала, надо было отойти подальше. Развернулся, давай развернемся. Зачем разворачиваться? Он уже прилетел кушать. Представляете, какие голуби умные птицы, а? Представляете, насколько умные? То есть вот я отошла еще где-то на метр от него, то есть он почувствовал безопасность, что он сможет улететь, да, в случае чего. И прилетел туда. Во, Вань, солнце, сейчас точно где-то будет радуга. После такого ливня однозначно будет радуга. Сейчас посмотрим, я смотрю, там уже оживились вон воробьи. Может быть, они сейчас составят голубю компанию. Да чего ж красиво птицы поют, а? Так, нам сейчас еще нужно вот этот вот посадить цветочек. Свой телефон помыл зато. Смотрите на эту довольную мордаху. Телефон помыл, сам помылся, побегал под дождем, да? Вечером приходит домой уставший, без ног, засыпает мгновенно. Если до этого он ворочался с боку на бок и никак ему не спалось и не мог уснуть. Но я, кстати, тоже вот после того, как мы вчера здесь целый день побыли, и делать уже больше ничего неохота. Ваня сказал, что все-таки он понял, как копать здесь. Не-не-не, поближе к оградке, поближе. Туда, еще ближе туда. Нет, еще ближе туда. Еще ближе. Вот так, да. Угу. Ваня, чтобы еще не упал. Что, не хватает собственного веса? У мамы... Так. Бабушка сегодня решила отдохнуть. Она вчера целый день здесь упахалась. Сказала, сегодня выходной. Ваня копает яму. Но он сказал, мама, я буду копать. Ну как я могу ему не дать? Пусть учится, может быть, в будущем. Хотя бы он нам будет на даче помогать. Не пойдет во весь наш мужской род. Во весь наш мужской род, который дачу не любит. О, червяк, что ты делаешь? Червяка откопал? Да. Ну что, помогать идти? Рука помощи, нога точнее помощи. Ну-ну-ну, давай, ты справишься. Ты справишься, давай. Вот, молодец, умница. Главное цветок не засыпать. Смотри, выкопал яму. Молодец, Ваня. Почет тебе, почет. Смотрите, два посадили вот этих вот. Посмотрим.
на эти цветочки, как они себя будут вести. Значит, вот эти два маленьких приживутся или нет. И вот эти вот с цветочками приживутся или нет. Мы пойдем сейчас с тобой там посадим еще. И так как вчера вот эту клумбу у нас копал муж, то, соответственно, вот сюда первый цветочек я посадила. Посмотрим, вырастет он здесь, не вырастет. Разрастется. Но здесь, конечно, вот очень хорошо земля перекопана. В отличие от той. И хотела вам показать, сегодня уже распустились у нас вон там цветы первые. Я, кстати, в перчатках копала. Первые цветочки. Сейчас мама все-таки сказала, не вытерпит. Приедет. Сейчас, говорит, папа привезет меня. Не хотела, она вчера устала. Вот, смотрите. Какая красота уже потихонечку распускается. Ехал наш генерал и сказал, что это не дело, что клубника будет расти в горшке, она должна расти в земле. Поэтому сейчас под ее чутким руководством вот выкопала ямочку для нее, сейчас посадим. Я выкопала одну ямку, мама тут же выкопала вторую, потому что сказала, что а если ты сейчас его рассоединишь, и у него эти, ну, корни пострадают как-нибудь. Вообще, женщина сказала, не надо пересаживать. Я боюсь, чтоб ягодки точно... Ну, смотри, они же порвались, корни-то, ну мама. Что? Лен, смотри, сколько корней. Мама знает. Я же знаю. Я не знаю. Я же знаю. Мы так все разъединяются. Да, все так разъединяли. Ну, а как же, конечно. Нормальную я ямку выкопала, не глубокую? Нормальную, сейчас еще одну. Еще три хочешь посадить куста? Да. Слушайте, смотрите, сколько в них муравьев живет, я вот удивляюсь, а? Каких муравьев? Муравьи в этом, в грунте. Да. А, ты не знаешь, за одну секунду кто-то желтые перчатки умыкнул? Я. А, мама перчатки одела, я тоже перчатки. Вот, хотела посадить я, а мама у меня тут, видите, инициативу перехватила. Да. Вот так вот, теперь три кустика у нас будет. Ну, посмотрим, сравним, какие ягоды, если ягоды будут. Мне кажется, это цветочный. Просто цветок. Мам, ну как цветок? Она сказала, что ягоды здесь очень красивые и большие. Нет, как цветок? Лена, все говорят неописуемо. Понимаешь, в чем дело? Ну, посмотрим. Когда? Через месяц приблизительно должны быть ягоды по клубнике? Ну, да. Но у нас еще холодно. Вот земля еще холодная. Я вот там вот копалась, да, тоже сейчас в перчатках. Земля еще холодная внизу. В общем, Лена, три куста. Полить. Какой полить? Дождь идет каждые 20 минут. Каждые 20 минут идет дождь. Вот сейчас вроде бы так это небо голубое, а я вам сегодня заснимала. 20 минут дождь. 20 минут. Я даже никак не могу насос включить, потому что думаю, он сейчас меня промокнет под дождем. У меня есть маленький такой жрун, который приезжает на дачу и тут же хочет есть. Давай, давай. Эх, сильней прыгай. Сильней прыгай. К этому краю надо. Ну, Ваня, сейчас я чувствую, ты будешь вместе. Я не хворост разломала. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вань, ну, на самом деле, если сильно прыгнуть, то нормально. То, о чем я вам и говорила, что не прошло и полчаса опять пошел дождь. Мама, я дождя простань. Ну, хорошо, одел. А голубь к нам прилетел, видимо, надолго. А я смотрю, что ему у нас понравилось. Прямо он у нас сидит, ну, либо больной, либо, не знаю, таких белых голубей давно не видела. Так, все, Вань, угли у меня готовы. Угольки готовы. Посмотрите, какая прелесть. Все тлеет. Все тлеет. Все дымится. Можно делать сардельки Ване. Ивану. Так, а у нас сегодня... В общем, ну, сейчас с вами немножко поболтаю на эту тему. В общем, решили мы с чаем, с кофе теперь употреблять чернослив и курагу, потому что здесь, знаете, на даче незаметно. Там печенька, там шоколадка, там конфетка. И получается, что... Уже мытая курага, сушеный абрикос. Попробуй. Вкусный. Ты кофе. М? У тебя бужая коровка. Счастье, надо желание загадывать, загадывай желание. Она у тебя на телефоне. Загадывай желание. А зачем? Сбудется. Привидишь можевые коробки, раз загадываешь желание. Ну да, есть примета такая. Я или хочу? Так, ладно, сейчас еще помидорчики нужно помыть. Ну вот все-таки, конечно... Цибуля, она упала.
Отсутствие воды, оно, конечно, напрягает, что тут говорить. Но я имею в виду вот такой вот чистый, то есть колодезное, ясное дело, есть, но вот, допустим, мыть какие-то фрукты, продукты, то нужно вот такую вот покупную воду, ну, либо из дома возить воду чистую. Они Ванюськины сардельчики. Они ему вчера очень понравились, сегодня взяли такие же. Он у меня, как всегда, в предвкушении. Помидорчики порезала. Кетчуп принес. Вилка у тебя есть. А хлеб ты себе принес? Хлеб там же лежит. Иди забирай. Что, ребенок, дождался ты? Вот такой вот у нас сегодня перекус. Мне все нравится, и больше и больше с Леной теперь на даче. Ну, а что здесь по минимуму? Но дело в том, что я специально вообще сегодня чисто для Вани брала, собственно говоря, сардельки. Дядя Юра сказал, что купил мясо ей. Но я дело в том, что вчера посмотрела у Оксаны эфир. Знаете, себя же обычно только видишь вот либо так, либо в зеркало, да? Но в зеркало не слишком часто смотришься. Вчера посмотрела на себя со стороны. Боже мой, я была в шоке. Была в реальном таком шоке. Думаю, неужели это я? Я вот в это превратилась за месяц. Я не встаю на весы, потому что мне страшно. И реально очень-очень много веса лишнего. И мне уже самой тяжело. И, в общем, решила, в общем, с сегодняшнего дня села на диету. Диета в чем заключается? Ну, во-первых, меньше калорий, меньше мучного. И больше дома мыть. Больше движения, да, ну и постараться не ужинать. Ну, в общем-то, как бы мучное вообще исключить, сладкое вообще исключить. Но это так хочу. Ну вот сегодня пока что выдержала. То есть, если хочешь попить кофе, чай, то с какими-нибудь там, я не знаю, фруктами, либо вот сухофруктами, но и то не часто. И вечером, если сильно хочется поесть, то можно я съесть. Не-не-не, яйцо, вот, говорят. Говорят, яйцо перед вот за 2 часа до сна можно съесть. И, ну, это я кого? Доктора этого, Ковалькова, слышала. И что если вот яйцо вы съедаете, то у вас, наоборот, жиры быстрее сгорают. Но это если есть белок. А белок я, кстати, не очень люблю. Больше люблю желток. Вот. Я тебя хочу не ну, попробуем. Не знаю, получится, не получится. Но самой от себя противно. Ваня, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты пришел-то, я не поняла. Сидел, ел. Поддержать тебя, чувак. Слушайте, а сейчас случится что-то страшное. Какой-то такой ураганистый. Все, пошел дождь сильнейший. Давай он быстрее. Оксана, быстрее. Еще дождь не пошел, но ветер такой, что сейчас, по-моему, унесет здесь все. Наверное, сейчас ливень будет ого-го. Закрыла? Смотрите, какая. Там приподнять надо. Не получается. В итоге пошел сильный дождь, затянуло все небо, поэтому решили вернуться домой. Ну и так целый день, в принципе, побыли, но дождь очень сильно пошел. А Ване, в общем, купили, заказала я кресло, как у себя, только коричневое, в коричневой расцветке. И кресло идет в комплектации, то есть это не сразу такое кресло, подушка к нему и вот этот каркас, его еще нужно собирать. Ваня себе уже быстренько сделал раскладушку. Вот такое вот кресло для Ивана. Сказал, хочу рядом с мамой сидеть. Вот обязательно мне нужно. Вот в такой вот коричневой расцветке. Теперь ходит, значит, ему еще и столик такой же нужно. Я говорю, ну столик я уже дополнительно куда? Как бы комната и так небольшая. Здесь не так много места, поэтому... Что? А, Ваня за пылесос. Нет, Ваня, там пылесосу не будет мешать. В общем, дорогие друзья, вот таким вот образом прошел наш сегодняшний день. У меня теперь появился напарник рядом со мной. Тоже со своим ноутбуком. Слышите, для мышки себе место у меня тут оборудовал. В общем, Ваня от меня никуда. Пока что. И Миша. А Миша от Вани. В общем, ну а всем, как всегда, огромное спасибо за то, что вы с нами. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Ну и, конечно же, здоровья. Пока-пока. Пока-пока. А их не надо было сначала почистить? Семечки почистить. Это хорошего рода. Поговорим за жизнь. Без трёпа, без пустого. Есть повод у друзей. Честное слово, поговорим за жизнь.
без дропа, без пустого. Есть слово тут, друзей, честное слово. Расскажи о себе, это жизнь не кино. И не важно, кто выйдет героем. Сцены жизни своей, как картинки из снов, иногда не дают нам покоя. Словно был ты собой, а быть может не ты. Из вчерашнего в мир этот вышел. Ведь полжизни ушло, как у всех, на понты. А хотелось, чтоб кто-то услышал. Поговорим за жизнь. Без